Всем привет! Сегодня 23 января, и вот такая сказочная зима наконец-то наступила у нас. Деревья просто как сказки. Мы вышли на прогулку. Вот. Ну и решили поделиться с вами вот такой красотой. Сейчас пойдем Никиту в школу заберем. О, сейчас пойдем, покажу вам. Если кто знает фильм, кто смотрел российский «Обратная сторона Луны», то съемки, особенно вот первая часть, велись вот этот вот дом здесь. Сейчас мы пойдем во двор, и я вам покажу. Кстати, интересный фильм. Там снимается Павел Деревянко. Ну, такой интересный, про советские времена. Как раз у нас тут такие домики, вот такие, как в советские времена. Сейчас пойдем во двор, вовнутрь, я вам покажу. Так, ну вот мы пришли. Вот здесь, возле этого дома, снимался фильм. Посмотрите, еще раз повторю, «Обратная сторона Луны». Вторая часть тоже тут снималась, но она снималась меньше, чем первая. Первая тут, конечно, они очень много снимали. Тут, видите, такие вот гаражи еще остались. Вот такие домики. Слушайте, ну на улице, конечно, очень красиво. Вот, еще такие подъезды. Только они снимали, не было стеклопакетов в квартирах, в окнах не стоя. И окна такие были старые, с форточками. Сейчас так. Ну вот и тут. Соловьев, куда? Это Шулика! Ну вот тут вот. Вот мы поворачиваем. Еще домик. Тут вот коммуналка. Это я вам экскурсию по нашему району. Здесь коммуналка. И вот дом. Райончик еще. Конечно, еще тот. Ну, мы привыкли. Нам, в принципе, нравится. Ну вот, идем мы дальше. Сейчас идем к Никитиной школе. Вон, ну, вот наш дом. Люди, я смотрю, белье сушат. Интересно, они у них не задубеют? Или понесут, будут молотком разбивать? Ой, ну гуляем, конечно, даже перчатки не одевали. Погода просто, просто сказочная. Все, забрали Никиту со школы. Никита, помаши. Привет, скажи. Пойдем домой обедать и греться. Все, всем пока. Подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылка будет в описании.